Фестиваль «Дни Германии» открылся сегодня в Тюмени. До 3 ноября для школьников, студентов, преподавателей и всех, кто интересуется культурой страны, пройдут выставки и спектакли, встречи с немецкими лекторами и писателями, семинары для повышения квалификации. Сегодня состоялось награждение 15 учеников, которые победили в региональной олимпиаде по немецкому языку. Она дает для меня надежду, что я смогу участвовать дальше в более больших олимпиадах, что у меня будет хорошее будущее именно с немецким. Существует четкое утверждение, что английский – это хорошо, а немецкий – это уже преимущество. Наши дети с удовольствием изучают немецкий язык. Примерно 200 человек в нашей гимназии изучают немецкий. И вот в прошлом году особенно активно мы стали участвовать во всех проектах Гёте-института. 17 детей у нас дали экзамен международного формата «Fit in Deutsch A1».